Кстати, как-то нелюбопытно, но сейчас в серии Гран-при лидируют Екатерина Рублева и Иван Шефер среди танцевальных пар. Потому что никто из лидеров еще не выступил два раза, а Рублева и Шефер уже отстрелялись. Конечно же, их обгонят и Кер, и Фаэла Скалли, и Капеллини Ланотте, и Хохлова Новицкий, и Пешала Бурзаев, и Львиногост, и Вирту Мойер, и Дэвис Уайт, но не сейчас, потому что сейчас у Рублева и Шефера 18 очков, а у остальных не больше 15. Тем временем на льду Нобунари Ода. Спортсмен, получающий самые высокие оценки за свое выступление. Думаю, вы могли ознакомиться с этими оценками в протоколе. Даже одинарный аксель, который был у него вместо тройного акселя, фактически сорванного, и тот умудрился от одного судьи получить плюс, видимо, какой-то забывчивости. Судья решил все-таки этот прыжок проплюсовать. Ну, на оценке это не отразилось, но тем не менее, как показатель. Нобунари Ода, японский спортсмен.
Нобунари Ода. Японский спортсмен в развеселой рубашке, который, я уверен, получил бы высочайшие баллы за вот эту вот свою программу, если бы даже ее бы он выставил в качестве основное на соревнованиях.